Атабаэхсан представляет. Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку. Руки его дрожали, глаза плохо видели, ноги заплетались. Семья ела за одним столом, но старые трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение делали его неуклюжим. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка все больше раздражались из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын наконец. И муж с женой поставили старику отдельный маленький столик в углу комнаты, где он с тех пор ел в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом за общим столом. После того, как дедушка стал разбивать тарелки, ему начали подавать еду в деревянной миске. При взгляде на дедушку почти всегда можно было заметить слезы в его глазах, ведь он остался совсем один и, к тому же, перестал слышать в свой адрес что-либо, кроме замечаний, когда ронял вилку или рассыпал пищу. Внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, отец заметил его играющим с деревянным бруском и ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Также ласково мальчик ответил: «Я делаю деревянную миску вам с мамой, из которой вы будете есть, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжил работу. А родители от его слов потеряли дар речи. Потом по их лицам покатились слезы. И хотя не было произнесено ни слова, оба знали, что надо делать. В тот вечер сын подошел к старому отцу, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу. Теперь он ел вместе с семьей. И почему-то ни муж, ни жена больше не беспокоились, когда падала вилка, разливалось молоко или пачкалась скатерть. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!